Транспортная логистика Казахстана ждет уберизации. Речь о развитии в стране так называемой мобильной грузовой биржи, где, по примеру известного приложения для такси, грузоперевозчик и клиент смогут без посредников находить друг друга. Система отзывов и рейтингов избавит рынок от недобросовестных дальнобойщиков, а перевозчики уже не будут ездить вхолостую. Выполняя заказ в один конец, они без труда найдут клиента и на обратный путь. Это, в свою очередь, позволит удешевить логистику, что скажется и на ценах на товары для конечного потребителя. Первый подобный стартап в Казахстане при поддержке фонда «Даму» уже запущен. Он объединяет свыше 25 тысяч водителей. Однако отечественная транспортная логистика до сих пор остается одной из сфер бизнеса, еще не затронута к диджитализации, отмечают эксперты. Важным толчком для этого процесса стало бы внедрение на государственном уровне электронного документа оборота в перевозках. Сейчас, несмотря на то, что у нас введены там электронные счета, фактуры и так далее, все равно вот именно в транспорте огромное количество документов, оно проходит и обязано быть в бумажном варианте. Вот, чтобы вы заплатили налоги, чтобы вы могли товар импортировать сюда, в Казахстан, вы должны сделать кучу бумажек. И как бы у вас красивое приложение на телефоне не было, пока присутствует элемент бумажки, то есть всегда будет уже неэффективность.